Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Людмила. Сколько вам лет и кто вы по профессии? 30 лет, тренер. Тренер почем? По фитнесу, по женскому фитнесу. По женскому фитнесу, отлично. Скажите, пожалуйста, откуда узнали про наш забег? Да не первый год бегаем, поэтому я давно знаю, что есть красивые забеги, и каждый год участвуем, и не только в таких забегах, в полумарафоне, в благотворительных онкозабегах, сейчас будем участвовать дополнительно. Забеги с препятствиями, экстремальный бег, то есть это то, что мне нравится. Ну и у нас команда своя есть, беговая, мы бегаем своей командой. Завтра выйдете на старт с командой? Да. Отлично. Скажите, может, какие-то образы придумали? Будете принимать участие в конкурсах? Как-то не сошли свое единое мнение, наверное, только наклейки нашей команды, нашего клуба, и все достаточно. Супер. А какую дистанцию будете преодолевать? 5 километров. Скажите, надеетесь на личный рекорд? Нет, не ставлю. В этот раз не ставлю личного рекорда. Был перерыв в беге, поэтому совершенно спокойный бег для кайфа, наверное, такого, расслабон. Отлично. Но все-таки праздничное настроение с собой захватите? Конечно, обязательно. А что хотите пожелать тем, кто вместе с вами выйдет завтра на старт? Эмоций, радости, удовольствия, легкой пробежки, потому что это бег в гору. Не гнаться за результатом, а просто получать удовольствие от того, что вы бежите с кем-то. И это очень крутое действие, когда бегаешь в команде с кем-то. Супер. Ну, мы вам желаем также хорошего результата и поздравляем с наступающим праздником. Спасибо большое.